Всем привет! В этом видео хочу рассказать о программах, которые мы используем для того, чтобы научить ребенка математике. Так, первая программа, которой мы пользовались, это русскоязычная программа, называется «Мышкины считалки». Шесть минус четыре. Пять минус пять. Если вы нажимаете на букву H, то прилетают вертолетики, как бы наглядно вы видите, что если было пять вертолетиков и пять улетело, осталось ноль. Довольно наглядное 5 пособие. Минус один. Прилетело 5, один улетел. И ребенок уже считает, сколько осталось. Также мы использовали математику Монтессори. Тут есть разные задания. И вот нужно составить от большего к меньшему. Пример. Так, давайте такие с фишками. Shake to scatter. Let's start counting. Drag one. В общем, нужно составить по возрастанию. Ну и, соответственно, учится английский. Так, что тут еще есть? This is one. Now it's your turn. Trace one. One. Также можно научиться писать. Так, ну это на английском было. Intro to Math называется. Так, что еще? Называется Math Kingdom. Тут это игра на математику. То есть нужно написать быстро-быстро ответ, чтобы рыцаря не съело это вот чудовище. И если ребенок не знает, как бы, или сомневается, то можно нажать на паузу, потом опять продолжить. В общем, там есть уровни разные, называется Math Kingdom. Вот эти две программы, которыми мы пользуемся для обучения математике, это Мышкины считалки и Math Kingdom. Наверное, все. Если у вас есть какие-то находки на тему математики или чтения для iPad, iPhone, поделитесь, будет интересно. На этом все. Всем пока!